Постарею, побелею, как земля зимой. Я тобой переболею, ненаглядный мой. Я тобой перетаскую, переворошу. Ой, тебе перетолкую, что в себе ношу. До небес тебе скакану время коротя. И совсем твоею стану, только без тебя. Мой товарищ стародавний, суд мой и судьба, я тобой перестрадаю, чтоб найти себя. Я узнаю цену раю, откусив раю, я тобой переиграю молодость свою. Переходы, перегрузки, долгий путь домой. Вспоминай меня без грусти, ненаглядный мой. Себе, господа, мощность нашего производства, приведу хотя бы такую цифру. Ежесекундно мы получаем продукцию в количестве 2 куриных яйца. Если все это помножить на количество часов, вы можете получить нашу муку. Хиба мы не разумеем? Вот мы, господа, идем, и сразу нам навстречу наша лучшая птичница Александра Тимофеевна Ермолюк. Здравствуйте. Вот, Александра Тимофеевна, товарищи из Канады интересуются. Расскажите, как вы живете, как идут ваши успехи, прошу. Так и идут. Мы с иншої земли, с канадской. Але мы сами украинцы. И нам дуже цікаво. Ви розповідайте, розповідайте. Чи маєте власний будинок? У вас дом, спрашивают, есть? И будинок є, и все є. А сад є? І сад є. І вишня росте. А як же? Будь ласка, свині у вас є? Є дві. Ти більше о собі, Олександр, о собі. Закончила семилетку, в технікум не пішла. От работаю, робота нравиться, все очень хорошо. А діток скільки? Троє. А чоловік? Муж. Есть, все у нее есть. Прошу, господа, пройдемте дальше. Прошу. О, кому не шарматься там? Я ж ты знаешь нашу мову, донечка. А у нас тут дружба народов. Кто украинцы, кто русские. Все вместе. Можно сказать, и сами не знаем, кто такие есть. Це мы не знаем, кто мы такие. Живемо на чужой земле. Дядечка, а вы не расстраивайтесь. А вы вертайтесь обратно до дому. Хоть помрете на своей земле. Так не можу. Ніяк не можу. У мене ж у Канаді бензоколон.